неизведанное. Не в бровь, а в глаз. Строго по тексту, как мы устроены. А также премьерные выпуски географической эпопеи «Все, приплыли». История курьезных открытий, происхождение странных названий. Все лучшее летом. Слушайте каждое утро на радио «Звезда». На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие жертв пожаров. Труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе «Все, приплыли». В канадской провинции Альберта жил и до сих пор, кстати, живет гордый индейский народ слейви. 3000 краснокожих мирно сосуществовали себе на берегах Большого озера. К слову, это не размеры местного водоема, а его первоначальное название – Большое озеро Слейви. Так вот, ловили в этом самом озере индейцы рыбу для себя.